in tiny liquor bottles, just what you expect inside a new Balenciaga viral mess. Привет, меня зовут Кирилл Глобов. Настал тот день, где я буду готовить вторую часть. Нормально, вам понравилось, да? Первая часть, да? Я продолжаю. Сегодня у нас будет мясо, как говорил оператор, с корочкой. Вот оно, создание. Будем резать. Режем. Я просто на самом деле профессионал своего дела. Я... Это не важно. Так. Да? Недавно достали с морозилки, она еще немного не отошла. Сейчас мы наливаем в эту кастрюлю масло, чтобы попа не погасла. Вообще-то это сковорода. Достаточно, я думаю. Может, побольше? А, ну, в общем-то, мы не жалеем масло, чтобы уже 100% не попасть. Все, божественно, теперь ложим туда мясо. А, то есть ты еще больше хочешь? Окей, ладно. Что-то пошло не так. Видите, это мясо, его надо положить вот сюда. Потом это второй кусок мяса, его так и зовут сюда. Третий кусок мяса сюда. Укладывай, она усохнет. Да. Укладывай. Потом сюда. Потом самый последний ложим вот сюда. Вот, все божественно уместилось. Все. Идем. Ложим ее туда. Сюда. Потом зажигаем. Зажигаем. Фантастика! Огонь! Что же теперь нам надо делать? Ну, ставим минут на 15-20. Да. Угу. Надо немного соли положить. На самом деле это была шутка. Ладно, наложим немножечко соли. Она же кипеть начинает. Вот так вот. Вот так вот. Все, теперь перчим. Смысл приготовления не просто мяса, у нас мама не так готовит, Кирилл, ты расскажи, то, что у нас греночка, как она поджаристая греночка получается, то, что мы сливаем после сок сливаем, сейчас она поджарится какое-то время, мы сольем, и оно уже будет обжариваться, и получится в конце золотистая корочка. Видосы, но я люди не один. И короче, выходи сюда, я буду прижимать вот это мясо. Что я не говорю? Сковороде. Сковороде, да. Я на самом деле. Выгоняю сок, как да, лишний. Да, выгоняю лишний сок. Я просто текст забыл. Для получения корочки нежной. Да. Золотистой. Воду слить не забудь. Да. Очень. Лишний сок, вернее. Ты уже пошел выливать сок туда? Конечно. Я уже иду выгонять лишний сок. Выливать лишний сок. Все, идем. Все? Да. Она сейчас переворачивать. В смысле? Мясо переворачивать. Я перевернул это божественное мясо и получился вот такой.
золотистый цвет на самом деле. Цвет отличный. Вот, да. Вот. Такой золотистый. Сейчас минут через 5 уже будет готово. Угу. Приготовилось наше блюдо. А, да. Самое божественное блюдо. Сейчас будем пробовать. Да. Что ты подписчикам скажешь? А ничего я не скажу. Но на самом деле, кто посмотрел это видео, всем большое спасибо. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, чтобы не пропустить новое видео. Напишите комментарий. Всем удачи, всем пока!